Максим, продолжаем. Мы уже на литовской границе, вернее, уже проехали литовскую границу, где-то в районе Шауляй. Едем уже больше часа. Покушали с папочкой, закусили, пока детки дрыхают. Вот наши детки. Виды красивые очень по сторонам, вообще все зеленые, поля такие. Vienā parkā visas atrakcijas, kas ir iekšā aiz sētas būs, visas jau ir iekļautas cenā. Tātad varat droši izmantot kinoteātri, iet skatīties, braukāt ar mašīnām, spoguļu labirints un daudz, daudz dažādas, kur iekšā ir atrakcijas, un tas jau viss ir iekļautas cenā. Bet iekšā ir arī bistro, tāds kā kur uzkodas pārdod. Nu, tas gan ir par atsevišķu samaksu, to jūs paši, ja jūs gribat tur limonādu nopirkt, tad par to būs jāmaksā atsevišķi. Лаура! Она вон с Галитом. Иди сюда. Мама, сколько живой! Ну как? Я уже... Она уже окунулась в мир. Я сказала, что динозавриков не пойду. Что делать? А что тут такая же красота, ну? Ну все. Ух, мой татуня. Глянь, у нас машинист там уже новый едет. Посмотрите. А, я тоже машинист. Я в розовых поездах не катаюсь. Ай, домой. Домой, да. Эй, Тацуня! Привет! Я приехала! Вот это здорово, что ты приехала. Пошли в туалет. Ай, Лавруня! Спасибо. Все, я приехала к вам. Пошли дальше. О, какая. Ой, страшная. А может у него зубы шевелятся? А он не кусается, Лаура? Резиновый? Красивые? Резиновый.
Я на таран, ну вот на этого красного пацана пошел. Лаура такая. Ну пошли дальше. Пойдем, может там динозавры свободны, заберетесь наверх. Мама, идите на детскую площадку. Лаура попала в пешковую? Ну вы там парочку замолили, там ты? Да, мы на нас... Пошлите на детскую площадку. Сейчас, подожди. А хочешь, Лавруня, пойдем на динозавра сядем? Нет. А он наверх. Ёжик, и ты давай забирайся. Коль, сфотографируй. Я вот так. Ёжик. Смотри, на папу смотри. Они вообще едут как-то, нет? Там кнопочек никаких нету. Подождите, девочки, куда вы пошли? Сейчас еду. Ой, какой здоровый. Они двигаются. Ну, пошевелись, Люсь. Если не хочешь туалет, ты можешь не ходить. Точно кнопок нету? О, какие клыки! Птенцы вылупились, гляньте. Птенечки, один птенечек. А где второй? Вот оно. Что вы тут забыли? Ой, какие вы страшные динозаврики. Ой, какая тут... Какие тут страшные всякие чудовища. О, какой! О, какой страшный! Ой, а он тебе, смотри, головой кивает. Шатает головой. Динозавр, привет! Динозавр, привет!
Уже страшно. Бр, я уже боюсь, я уже отхожу. О, какой злодей. Бр. Мама, ты тоже боишься, правда? Бр, страшно. Глянь. Еще и крутит этой шеей. За уропот. Да, это же он. Вон, может табличку снять. Ай, не хочу. 13,30 метров. Вес 85 кг. Посмотрите, динозавр или мастеракка? Кстати, полтоядный. О! Ты типа динозавр, рэк. Это не рэк. Ой, какой. Ой, какой. Спинозавр. Кто это? Спинозавр. Спинозавр? Он плотоядный. А еще есть пузозавр. Ой, какой. Ну, такими зубами явно, что он плотоядный. Да, слушай, какая прелесть, правда? Вот, для детишек вообще просто, просто супер, правда? Пойдем мамочка дальше. Мамочка рада не меньше детей. Да и папочка не отстает. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот, мы его, правда, уже снимали, но он такой величественный, что мы его из разных ракурсов поснимаем. Пошли дальше. Пошли еще искать динозавров. Пойдем по тропе динозавров. Угу. А здесь природа такая красивая. Угу. Там вон, смотри, какой-то болотце или речушка. Это не раньше. Ой, какой интересный вечер. Кто это? Тираннозавр Рекс. Тираннозавр Рекс? Да. Ух ты. Он не живой. Лаура, встань, давай мы тебя заснимем какой-то. С тираннозавром Рексом снимем. Вот, да, боюсь его. Боюсь, Лаврун. Встретить бы такого. И все. Тацунька, тебе страшно. Ёжик, а тебе страшно? Ой. Ёжик, как тебе страшно? Где клоун? А мне не страшно, он не живой, видите, он стоит. Но он добрый, почти. Но он злой, это моя зава. А это кто, ребята? Это травоядный моя зава. Кто? Моя зава. А чего он поворачивается? Он сейчас меня укусит, смотри. А у него зубов нет. Держите, ручку. А, он такой, это он так играет. Здоровается, Лаура, он с тобой здоровается. Он всем говорит здрасте. Привет, милый динозавр. Красивый, правда, тетюлька? Да. О, а это кто такой? Трицератопс. Лаура, что, чтобы не надо. Это трицератопс. Точно? Да, 100%. Ну, раз Илья говорит, значит, так и есть. Леночка, помахали. Порычи, Илюха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне уже страшно. Ну, здесь-то это вообще ужас. Я бы даже... У меня чуть камера не сломалась. А это что здесь такое? Ух ты. А-ля мостик какой-то. Ой, ух ты, ух ты, да, ух ты, ух ты, течет. Ух ты, ух ты. Посмотри, как красиво. Ух ты, ух ты, ух ты, точно? Что-то тут-то подобное, речушка подобная. Ой, ой. А здесь живых нету динозавров, мне уже страшно. Илюха, здесь живых нету динозавров, мне что-то страшно. А что-то здесь как-то навозом воняет. Может, здесь все-таки динозавры живут? Так вот, мне тоже кажется, что запах какой-то динозавровский. Ой, какой маленький. Не трогай, не трогай. Кстати, все думают, что динозавры огромные. Но на самом деле динозавры... Ой, какой. Бывают еще меньше куриц. Лапки не трогай. А это кто такой? Кстати, папа, ты знал? Илюш, кто это? Это? Угу. Я не знаю. Угу. Но он очень маленький. А это кто?
Это мама завр. Это мама Буська завр. Кстати, на планете до сих пор живет один динозавр. Это кто? Крокодил. Смотрите! Ты умный, прям скучно. Очень. Я думал, два. Вот, посмотри наверх. Мама родная. А если б я... Ну, в общем, короче, ясно. Вот такая вот. Чудика. Ну, красиво. Что здесь такое? Что здесь такое происходит? Что здесь происходит? Что здесь происходит такое? Динозавротические качели? Такие же огромные, как динозавры. Смотрите! Идем со стороны, Даша. Дуэлик. Видишь, как прикольно. Пушистенькие. Такие толстунчики. По Буськой. Бери листики. Дайте мне его покормить. Ёжик как кисель его зерно. Он меня уцарапал. Тихо. Какой бедненький кролик. Ну такой паня, какой хороший. Ой, какой бельгий. Ой, какой маленький. У него ножки колючие. Интересно, что вы понимаете, чем голову. Люблю кроличков. Ем-ем. Поставь детенка на место. Дайте мне. Да. Ой, мама, они все хотят. Они хотят. Они все хотят. Тебе на руки, да? Ой, как преподаватель. Не страшно. Ой, тут есть еще. Ой, ну такой... Сильно большой. Ё-моё. Ты смотри, не надорвись. Ты что его кидаешь? Ты что, Буська? Не, скажи, я бы тоже обиделся. Что это, приехали тут эти? Эти мамы. Я хочу фотографию. Ой, посмотрите. Ай, Юля, отстань. На задних лапках стоит. Ёжик, отнеси папе телефон. Ой, глянь, Ганька с Илюхой хочет поздороваться. Глянь, что творит. Мама, ты этого можешь? А ты ко мне. У меня кроме камеры ничего нету. А сейчас мы подходим. Да это я Костаста. А не знаю. Он пап. Это кто? Ну, это что за чудо? Папа, подожди, Люсик. Ой, тут еще. О, гляньте. Тарзан. Тарзанбой. Глянь, лестница. Прикольно. Сложно сказать. Куда-то туда дальше. Ой, ё-моё. А как это? В общем, как-то так. Кто-то... Кто-то пытается. Ну, а ну давай. А ты хочешь? А что-то страшно, да? Ну да. Давай Илюха попробуем. А давайте Илюха попробует. Итак, смотрите. Пацан, который не боится ничего, кроме лестницы длинной. И он уже испугался, аж со страху. Фу, бессовестно. Пошли. И оба! Молодца! Пошел! Давай, Люсинда! Где-то там, далеко. Раскатай. Итак, раскачай, чтобы в Риге приземлился. Тацуня, отходи, сейчас запускаем катапульту.
Тарзан. Так, внимательно. Люсинда. Блин, я устал уже держаться. Люська, тормози. А там тормоз должен быть, кнопка. А что, попец? Попец устал. Попом... Устали руки держаться. Дрип попец у него. Вон она где. Ну, мам сюда не рискнет. Пошли дальше. На другую сторону поехали. А мы поворачиваем? Да. Да. Вот теперь уже не поворачивай, едем прямо. И куда ты разворачиваешься? Это вот в противоположную сторону. А мы туда поплывем. Лево по курсу. Лебедь. А мы на машине едем. Так, аккуратно, держись правее, чтобы лебеди не столкнулись. Погоди. Давай. Ой, наш руль. Разворачиваемся. А что, вон доедем он до конца? Не. Мы тут покрутимся. Мама, а за рулем? Папа, ну я тоже буду. Я буду рулем, а вы крутите. Ну, он поедем за лебедем. Правый борт, левый борт. А куда тебе? Куда? В ту сторону ты сейчас. Врежемся! Тихо. Не врежемся, не бойся. Сейчас мы. Сейчас подожди. Что-то мы топчемся на одном месте. Это нам сейчас надо туда. Или назад давайте. Давай вперед, а там круг сделаем. Вот где лежит? Туда. Вперед, вперед, вперед. А сейчас. Нет, нельзя. Уже коровка. Марите. Марите. Уже коровка. Давно мы не катались, типа, на лодочке. Сейчас. На педали все. Так, ну что, стоп, мы будем поворачивать. Ну давай до конца доедем. И налево. Поворачивай налево. Не направо, налево. Ну, вот. Развернемся направо. Вот. А это лилии. А можем не спешить, можем понаслаждаться. Да? Ты только сиди, не шевелись, хорошо? Конечно. Кстати, водичка не такая уж холодная по сравнению с морем, когда мы плаваем. Папа сосредоточен. Папа начинает, просто вошел. Курс дела. Ну так поехали теперь на ту сторону болотка. Мы там не смотрели ничего. Погоняли. Машина едет. Поехали дальше. Вперед поехали. Не спеши, потому что здесь активное движение. Правее, да. Бери правее, вдоль берега поедем. Ты налево едешь. Во. Я ж так и делаю. А, нет. Погоди, они что, припарковывают? Стой. Я назад. Угу. Сейчас машину пропустим. Мама, на машине холодно. Так. Вот теперь поехали. Так, левее. Прямо еду.
Он там какой-то тоже типа парчок. Вот здесь левее, когда мы вот эту желтую полосу, это на ней есть. И лебедь на нас лежит, Коля. Надо было. Значит, давай сейчас лебедя пропустим. Ну подожди, мы сюда за. Прямо, прямо. Прямо, поехали. Вот. Тут же можно развернуться. Ну-ка, сядь. Быстро. Сядь. Хочешь воду упасть? Вот я тоже думаю. Ой, смотри, там какой-то мост. Поехали к мостику. Вон. Церковь. Кас. Кат. На, Кас. На, кому ага. Идешь, ты знаешь? Лаура, сядь. Уже коровка тут. Я стоп, я тоже питание не хочу. А у меня уже ножки устали. Вот давай поменяем. Пришвартовываемся. Ой, тут сколько лебедей накопилось. Сейчас мы их затараним. Но ты стоило нам это самое присесть. Так, подожди, давай, выйду ты. Выйдет сюда. И мы на их место. Красная машина там. Подожди, не торопись. Пап, налево это направо. Поворачиваем. К правому мостику. Так, теперь поворачивай. Левее. Не слышу, не слышу. Давай своим ходом. Ай-яй-яй-яй, сейчас. Смотри. Не, ну ты снимаешь это? Ты это сняла? Конечно, мастер. Ну как коктейльчик? Вкусно? Лаура. А у меня земляничный сладенький. Земляничный сладенький? Это клубничный? Это да, только холодный. Только холодный. Садись ровно. Недешевое удовольствие, 2.30. Да, мягко говоря. Пережили мы стресс. Послушайте песню. Покатались. Вот это. Покатались мы на лодочке, вдруг Лаура вспомнила, что кукла пропала. Подарок. Угу. Принеслись на всех парусах и, слава богу, нашли нам эту куколку. Подошли к тем аттракционам, где последний раз сфотографировали ее с куклой и нам ее подарили. Послушайте меня. Знаете что? Я просто... Ой, погодите. Ну, ясно. Потом ты сориентируешься, расскажешь. И вот такая водичка. А сколько, погоди, на евро 20? Ну, что-то такое, да. Евро 20. В итоге в районе 5 евро отдали. 5 евро и отдали с копейкой. Ну, 2.30. Бррр. Посмотрите. Это вокруг солнца происходит. Как радуга. Что это такое? Видите? А что это такое? Ну, и кто? Да ладно. Чем ты недоволен? Ха-ха-ха!
А если попасть под эту струю? Мне удалось струю сфотографировать. О, стреляй водичкой. У меня ручки побрызгали. Ну, пошли дальше. Дети, подойдите к этому. А это кто такой? Да ладно тебе, не надо тут брызгать. Видно куда. Иди туда, в лапу. Лаура, иди в лапу. Веду. Не, не трогай. Что там происходит внутри? Что там происходит внутри? Мои дети. Дети, смотри. Мамочки родные, это же мои дети, проглоченные. Ай-яй-яй-яй. Яблоко, ты тоже проглоченная? Нет. Только Люсик. Почеши ему зубку, может, он разрешит тебе вылезти. Бедный Йорик. В смысле, Люсик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, как здорово. Смотри-ка. А здесь не только экспонаты, здесь и живые ходят. Смотри-ка. Хаба. Ой, как здорово. Динозаврик, иди сюда. Вот, ну. Иди сюда, Лаура, не бойся. Не бойся. Ну, типа, обними, он хороший. О, иди, он здесь. Пойдем вместе. Пойдем? Пойдем. Пойдем вместе. Страшный. Смотри, какой он хорошенький. Видишь? А он, смотри, он еще и... О, видишь, какой он файненький. Он не злой. Видишь, какой? Видишь, какой? Во, видишь? Я тебе буди-буди. Он тебе буди-буди делает. Видишь, он не боится. Он тебя уже не боится, а ты его тоже не боишься? Спасибо. Мамочки. Нет, этот уже точно не милый. Этот какой-то страшный, да? А что какой-то он? А что он трясет? А что он страшноватый какой-то? Какие у него шипики. Это папа защита, он бронирован от хищников. А он сам хищник? Хищник? Нет? Нет? Вот такой. А, он только чипсами питается, как мой сын. Ну-ка, птица моя сладкая. Это анкилозавр. Здесь настолько красиво. Ой, там еще один. А это там что? Кто, а кто это, Илюша? Трицератоп. Трицератопс. Нет, неправильно. А трицератопс. Ну ладно, пусть будет так, как ты говоришь. Мне даже выгравировать никак. Просто скажи трицератопс. Трицератопс. Во какая. Подожди, это что тоже? А это кто? Подожди, вот это что, не это не А, это не тот трицератопс. Это мама. Это мама. Мама игуанодон. Гляньте. Смотри, Альдебаран. Он живой? Да. Да не может быть. Да он живой. Я думала, это статуя. Муляж какой-то, а это настоящий. Смотри, он просто стоит, горный такой козел, горный козел. Фу, они вонючие какие. Смотри, он шевелится. Ты копыта свой поднял. Погодите, он же настоящий, мам. Ну да. А, смотри, чешет голову. Эй, смотри, ручка. С бородой. Ты глянь. Значит, может быть, мы встретим и живого динозавра, Лаура. Раз здесь. Маленькие козлята какие-то. Раз здесь есть живые бараны. Точно живой баран, смотри, вот он. Похож.
А я думала, это муляж какой-то. Очень удачный, да, муляж? А ты там подошли, завоняла псина. Мама, смотри! Да. А это кто? Это... Ой. Ура. Ой, какой. А там кому-то жарко, похоже. Пойдем посмотрим. Блин. Пусть он тебе ее откусит. Блин. Этот. А кто это, Илюха? Этот стегозавр. Кто? Стегозавр. Стегозавр? Да. Ух ты. Смотри, шевелится. Ей! Ой, это он. Это как подушечка. Да? Да, пошли. Ну, давай. Ну, давай. Да. А ну, поверни сюда свою морду. Ты не видишь, как к тебе подошел? Бро, давай-ка поворачивай. Давай сюда. Ну, 3.16. Давай, вот я сказал. Вот так. Вот так. Ну, не так видишь, он голову не пускает. Ну, как вы, в восторге? Мы в пол. С Галиной. Смотрите. По лазилкам полазили. Опа. Да. Здесь. Смотрите, а это живые экспонаты из Максима. Да, любители динозавров теперь стали, фанаты главные. Ты видела? Да. Там с этим с талисманом сфотографировали. Зелененький такой ходит, прикольный. А, этот динозавр плюшевый, да? Во. Да. Она за уши, я за ушки там маленький. А это так называемый вид взади. Лаура, что это у тебя? Яйцо. А чье это яйцо? Динозаврина. Динозаврина яйцо? Да. Отнеси на место, положи. Да, человек-паук там. Да, да. Папа, а это вот скажи, поехал. Папа, в них внутри вода. Если бы не Игорь, я вообще тогда... Это чье яйцо, скажи мне, юный друг? Не знаю. Не знаешь? Динозаврина. Пошли. Деревянная. Деревянная. Вместе. Селфи делали вдвоем, да. Гляньте, в поезде, вдвоем. Что, Николай, мы в поезде. Да. Вдвоем. Это что за элита такая, где поезд на двоих, гляньте. Да, пошли. Ну, что случилось? Кто его кусает? О, какие маленькие хулиганы, они же его кусают. Посмотри. Да это же мама. Ой, гляди, что они делают, бессовестно. Они его атаковали. Посмотри, у него даже эти глаза закрывать. Ой, мамочки, он повернулся на мамочку. Смотри, у него уже в кровь. Ну, жалко, ты еще живой, но башкой шатаешь вроде как. Да, согласен, согласен. Жизнь тяжелая штука. Яблоко, смотри. Ага. О, какие маленькие, противные, правда? Лаура, куда, детка, туда? Не трогай, не смей. Она хочет им побыть. Детка, он обидел. Пошли дальше. Нет, посмотрите, еще хочу. Это, по-моему, самый такой экспонат такой. Трогай сильно. Угу. Бедный. Надо ж так сделать, ё-моё. Да, большой не означает сильный. И на старуху проруха бывает. Особенно, когда толпой. Это точно. Угу. Кто это такой? Это ютараптор. Ютараптор? Да, был большим страшным хищником с когтями на средних пальцах 25-40 сантиметров длиной. Похма. Был легкого телосложения, быстро двигающимся, подвижным, ходившим на двух ногах. Птицеобразным динозавром. Овираптор.
Красиво, как все сделано. О! А он украл его, кстати. Смотрите. А он его украл, мама. Ну, здорово, здорово. Курица. Здорово. А, она с яичком. Это прародитель курицы. Смотри, как бешёл. А это с яичком она, да, Лаура? Да. Она украла яичко. Клёво. Так, а это кто тут такой? А ты чего молчишь? Не, во, разговаривай. Зло. Ну, поехали дальше. Слушай, я думала, он маленький, этот парк, а он такой достаточно. Очень даже большой, да. И слушай, все, все для детей сделано. Что, Лаврон? Ой, там, боже мой, там надувной городок. Ну, пипец, там мы попали. И там мы застряли, что называется. А это кто? О, тоже очень красивый. Чего-чего он делает с соплей этой? У него там воздух как-то циркулируется и издается разный тональный звук. То есть он, как бы сказать, музыкант духовой. Ух ты, это он так общается? Да, он так общается. Ух ты, здорово. Кстати, если он встанет, он спокойно может достать даже кучу деревьев. Ну как? Знаешь, как его зовут? Но? Паразаурулов. Ну я даже я даже повторить не могу. Паразаурулов. Паразаурулов? Да. Господи. Утоподобный динозавр. 10 метров длина тела. Ё-моё. Вес 3 тонны. Ё-моё. Он очень легкий. Интересно, если это 3 тонны, да? Ну да. Вот. Юрского периода. Это а брахиозавр. Это кто? Кто это? Брахиозавр. Брахиозавр? Один из самых высоких и крупных когда-либо обнаруженных динозавров. Вот я и говорю. Длина тела 25 метров. 25 метров в длину. Вес 80 тонн. 80 тонн. Не, ну это во какой он. Во какой он. И как вам? Он был травоядный. Мам, зачем ты прочитала? Я это пусть он даже травоядный. Если бы я его вживую увидел бы, я бы сам стал травоядным. Наверное, давай, может кричи, быть. Он так красиво кричит. Это надо записать, как он такой. Душераздирающий такой рёв. Ну, давай, дракон. Это как сирена. Нет у него крови. Есть. Нет. Послушайте его. Ну, слушай, мне так нравится, как он орёт. Ужас какой, кошмар. Пойдем. Ой, мелкий. Вон мелочь. Вот она мелочь. Сейчас, погодите, мы попытаемся подзвучить. У него кровь. Открывай рот. Знаешь, одной тональности. Знаете что, у него пузо кровь. Где? Там. На пузе кровь? Да. Его кто-то прогрыз? Да. Бессовестный. Он плачет так. Да? Угу. Ну, ясно. Пойдем еще кого-нибудь посмотрим. Послушаем его. Я хочу таким динозавром. Его резко... А, электричество закончилось, наверное. Красотища, красотища. Ну, красотища это тоже, конечно. Вот это красотища, вот она. Красотища, да-да-да. Мы с дочкой самые красивые. Это
это самый легкий динозавр, который вообще есть. Какой? Он весит 70 килограммов. Который? Вот этот. Это дейноник. Это дейноник. Ой, какой. Ящеротазовые динозавры. Но однако он плотоядный. Легкого рыла, да, плотоядный, да. Ну это что-то такое малюсенькое. Люська, встань, я тебя сниму. Вот его бояться можно. Смотри сюда, дети. У меня кровь. И как вам? Это он просто жвачку жует. Ага. Мама, у него кровь! Завр Рекс. Это плотоядный. Вот это тиранозавр Рекс? Да. Сколько он там весит? Он минимум весит... Добрый дядя такой. Изумительный парк. Изумительнейший парк. Пожалуйста. Татунь, что ты делаешь? Расскажи, кто это такой? Я не знаю, что это такое. Ну, какой-то такой непонятный, да? По сравнению с... Не трогай. Ну что? Лара, встань вот здесь, в проеме. Ой, это ж наши лебеди. Вот сюда, вот сюда. Классно мы тут поплавали. Ой, Лара, динозавр. А сделай динозавра. Мама. Лара делает оба гамгам с нами. Мама. Я Рекс был. Пойдемте в город, док. Я был Рекс. Пошлите был... на детскую площадку. Пойдем. Вон она там, вдалеке. Лара, беги. Посол, он по делам. Не, пусть у нас побудет. Не, но он пойдет, хочет по делам идти. Ему надо. А вот это детская площадка. Ой, как здорово все. Почему у нас в Латвии нет этого? Почему у нас в Латвии нет этого? Что тут такое, непонятно. Ну, давай смотреть. Ну, пожалуйста, очередная штука эта. Ух ты, ё-моё. Ой. Тацу! Ой, господи. Как тут еще? Мама, рот там. Джунгли. Одним словом. Ум какой. Давай яблоко. О, господи. Ну, давай, поехали. И оба, бум, бум. Ой, просто круто. Давай еще попрыгай. Ух ты, ну, ё-моё. Ой. Нет, мама. Ой.
Ой, 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 ой. Ой. Круто! Круто! Саша, мы учим тебя! Круто! Все ходуном. Энергия прет через край. Ну давай. И пум, пум. Давай на эту горку еще. А вот эту? Не, на маленькую. Лаура, сюда иди. Ой, что-то он прогнулся. Дети его соскакали на нет. Вот то на что делается. Вот то. Салюта круто! Чай, кофе. Ёжик, не раскачивай. Здравствуйте! Господи! Это я не природу снимаю. Это чуть-чуть не природа. Я вам сейчас другое покажу. Посмотрите на это. На эту. А теперь на эту. Это что такое здесь происходит? Вы что здесь разлеглись обе? М? Хорошо, потому что. Ах, хорошо, потому что. Гляньте, гляньте. Гляньте вы на нее. Ой, ой, ой. Ой, как хорошо. Спи, моя радость, усни. Скоро погаснут огни. Ёжик, чтоб у мамы перевеса не было, не надо больше. Чтоб маму не стошнило. А это мама мне. Ой, как хорошо. Для свины. Ой, в дубр... Нет, это не дубрава, в рощу березовый. Ох, как хорошо. Поспать можно. Увозят. А за денежку наверх? А это Илья... Нет, это Илья Качалкин. За 2 часа 1 еврик. А ты думаешь, мне 2 часа захочется в таком качающем? А кто тацульку маленькую покатай? Ой, господи, мне покатай, еще... сестрица. Сейчас покатаем. Покатай. Ой, она сейчас вывалится. Смотрите, оба. Опа. А ну, тацуня. Все, Илюха, хватит. Илюха сейчас... Сейчас вывернется. О. В ногах сними. Вот, чтобы лицо видно. Тацуня, это ты? А ты тут делись? Катаешься. Катаешься так? Я это так катаются, да, сейчас? Ага. Я сплю. Илюха, у наших девчонок релакс. Тихий час в детском саду. А кто меня никак. Катает? Все, хватит. А вот, сфоткай. Попали в городок гномов. Что тут? А вон еще гномик. А вот еще один гномик. Смотрите, домик гномичный. Ой,
Ой, господи. Там лавочка есть. О, медведь. Ой, ой, я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Ой, ой, лучше назад. Спасите, помогите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, сейчас развалится, как в тот, в той сказке. Все. Люська, открой. Илюха, открой дверь. И высунься. Гляньте. Наступила весна. Вылез медведь из берлоги. Я не вылезу. Передумал медведь вылезать из берлоги. Мам, там окошко есть. И пошел дальше спать. Высуни голову. Спал он, спал. Пришла к нему лисичка. Открыла дверь, почувствовала запах немытых носков и вернулась. Одела противогаз, зашла, закрыла за собой двери. И вернулась, не выдержала. Воздух там не свежий. Итак, сам лацитис выходит. Так, сейчас погодите. Попытается во всяком. Вылез ежик из берлоги. Показал сначала ноги. Проще сюда было залезть. Вот в этом домике кто пожил. Кто в теремочке живет? Саян. Кто? Я в теремочке живу. Это кто там такой? Лиса краса. Ух ты. Папа, я в этом домике и вправду живу. Ух ты. Надо мне в этот теремок залезть. Тебе? У меня еще второй этаж в этом доме. Смотри, это типа часы. Ух ты. Часики открываются, и там, значит, вылезает моська. Кукушка. О, здорово, Гноб. Скажи ку-ку. Здорово. Ку-ку надо говорить. Ку-ку! Ты ж кукушка. Я не кукушка, я этот самый. О, слушайте, я в этом домике правду жить не хотела. Ну, живи. Ой, какая красота. Ну, на нашей машине катаются. Лаура, пошли. Куда идем? Дальше пошли. Нет, это просто фигня. Ух ты! О, заходите на веранду. Лисичка в нем живет! Лисичка в нем живет! Ох ты! Лисичка в нем живет! Ох ты, ох ты! Ой, какая лисичка красивая! Лавру, смотри на меня! Лавру! Не, встань! Ох ты, ох ты. Принцесса во флюгере. Я бы часто в этих домиках... Лю, смотри. Лаура. Так, это что? Сосиска. Похоже. Как ты туда залез? Горе мое. Люсь. Лисички. Ну, а теперь сядьте на лавочке. Вы чего-то ожидаете? Мы ожидаем, когда мы поедем на машинках. Слава Богу. Мы ожидаем, когда на машинках. Видите ли динозавра? Динозавр. Вот аккуратно здесь такие сидят. Ой, как красиво. Вот потом туда пройдем, там так красиво. Здесь такие эти. Люха! А, перекрыто что ли? Да. О, трон! Ага. Сейчас мы тебя сфотографируем. Сиди, моя звезда. Итак, внимание! Ай, жалко, темно будет. Ну-ка. О, какая! Принцесс моя! Ah,
Андрюшка, стань рядом, как Паш. Все, все. О, я вроде бы нашел. Так. Слышь, ёжик, мы выходим? Не знаю. Так, на зеркальное окно. Нет? Пошли вперед. Вот сюда. А теперь? О, мама, мы вышли на правильной стороне. То есть мы сделали вокруг. Уходим мы из этого прекрасного местечка, из этого парка динозавров. Жаль. Время просто катастрофически быстро пролетело. Но мы еще должны побывать в дельфинарии. Прощай, динопарк. Прощай. Говори, говори динозаврикам, до свидания. Ну, пойдем. Повернитесь. Илюх, помотай.